Короче, я сегодня, ну как сегодня, вчера уже точнее снимал видос в дуэлях, как я на Шелле играю на своем аккаунте. А тут я решил поиграть на 11-й лоле. Ну да, на аккаунте, где у девушки, как бы, ну, уже фактически моем, так как. Вот так. Мои твинки. Вот. Ну, короче, не суть. Прикол в том, что тут как бы я немножечко не проигрываю. Ну, да, пока что маловато, конечно, подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, мне казалось, что больше боев отыграл, но шесть боев подряд. Это было красиво. Я решил попробовать на таких кубках, а почему бы не сыграть, пробовать записи? Интересно, ну, типа, настолько ли я хорош? О, кстати, звук нужно минимально сделать. Настолько ли я хорош, чтобы пытаться с записью... Ой, блин, я не настолько я полез. А, нет, сдохло. Так. Ладно. У меня скорость и вижен. Если что. Ой, иди нахуй. Блин, зря гаджет потратил. Хотя похер, он все равно сдох. Но я мог и без гаджета его убить. Лучше гаджет экономить, потому что мало ли что случится. Вот. Но против... Типа тут... Да, тут Шелли имба, но как оказалось, что... Лола здесь тоже очень неплохая. Лола вообще довольно недооцененный перс. И вот очень странно, что ММА вообще ничего про нее не сказал в ролике по этой карте и вообще по дуэлям. Не, ну сказал, что вы можете брать персонажа, в котором там уверены и так далее, понятное дело, но... и то, что Шелли тут имба, я тоже не спорю, но... Довольно редко в последнее время упоминают Лолу. Я туда сидел со своим любимым причесонным пальмой. Блять, волосы после него, конечно, муки не снимать. В общем, да. Как известно, блин, надо будет только запомнить, чтобы не показать потом реплей с этими боями. Так. Там сколько было? 6 боев, да? 6. Так, надо не думать, сколько боев, а... Прошлый был легкий. О, все, это ГГ. Вот и первый слив. Так, ну. Хотя, ладно, еще, может быть, я нит еще затащу. Девятый. Но из-за того, что запизделся, я забыл, что нужно... Блять, я забыл, что Шелли делает вот так. Ладно, это по-любому ГГ. Ну, похер, было столько пипец, что мне как бы не особо жалко. Пойду умру. До свидания. Да, Шелли красавчик, молодец. Пойду покажу реплеи. Но Лола реально имба. Кстати, это у меня тут с Лолой ситуация такая же, как у меня с Шелли. То есть, типа, она фул. Ну, единственное, что да, не хватает гаджета. У меня на основе есть гаджет, но Лола девятая. Но по этим самым здесь фул. И это, кстати, единственный фул персонаж здесь. Вот. Ну, потому что, а зачем платить больше? Вообще, я буду раскачивать, я вот недавно не в видосе, я раскачал, тут был мистер Пи 7, я вот до 9 сделал, буду ждать Старки. Вот, и в целом буду этот аккаунт дальше бафать персов, которых у меня нет на основе и на твинках. Вот, и учиться на них играть, и пушить кубки на них, и силы на них бафать. Вот, ну а по Бравл Пассу я пока не знаю, буду ли я покупать тут Джанет, скорее всего, подожду следующего перса. Так как гемов мне тут хватит на Бравл Пасс, но я буду... Скорее всего, подожду следующего. У меня все равно нужно будет на двух аккаунтах. На двух не куплю, на двух куплю. Подожду следующего. Вот. В целом, тут будет неплохо. А по квестам еще достаточно. Просто их нужно пройти, а мне как бы лень играть. Вот, ну. Посмотрим. Так. Да. Немножко отвлекся. Покажу, собственно, бои. В обратном порядке покажу, не суть, какая разница, все равно все победы. Покомментирую немножко. Это такое, это... Почти все бои происходят стандартно, особенно вот первый был. Ну, с Тиком был вообще изи, он... непонятно вообще, о чем чел думал, взяв Тика в дуэли на эту карту. Он просто, типа... Я, короче, просто помансил, вымотал его, подождал немножко, а потом просто пошел на него и убил. Просто подумал, что сразу на него идти и не буду, просто чтобы немножко его вымотать. Чтобы он подумал, что у него есть шанс. Вот, ну а дальше уже противники были еще, мне кажется, легче, чем Тик. Просто подбежал, убил.
Ну, не с ним так просто, я решил разминуться. Мне нравилось с ним играться. Вот. Ну и ультанул, чтобы уже наверняка. Но потом понял, что хпшки как-то маловато, и я как-то слишком сильно начал выебываться, и такой, ладно, подожду. Вообще странно, что я сейчас стрелял в кусты. Видимо, ну, типа, если привязка была до самой, я не видел его, что он внизу. Ну, убил его, короче. А с Джеки был сложнее всего, потому что Джеки имба в кустах, но... Короче, такое. Да, кстати, сейчас 4:10. Я опять нормально не лег. Но хотя бы нужно лечь там до 5-6. Потому что в последнее время я ложился прям совсем поздно. Я не спал часов до 11-12 дня. И только в 11-12 дня ложился. Вот, уже несколько дней подряд. Сейчас вот 4-5, и я думаю, скоро уже буду ложиться, но опять отвлекся на игру. Сложно заставить себя лечь спать, а лежу, сериальчики смотрю, кушаю, там чай пью, кайфую и постоянно отвлекаюсь. То поиграл чуть-чуть, то посмотрел чуть-чуть. Ну, а Джеки, да, я просто сама себя загнала в угол, мне даже ничего не пришлось делать, она просто боялась мне выйти. Ну и, само собой, что она мне сделает, у меня скорости вижен. Как бы, легко играть в дуэли, когда у тебя 11 уровень, на самом деле, типа, и против чуваков, у которых не 11. Вот играть на 750+, там уже реально сложнее. Там почти у каждого 10-11. Там действительно сложнее. Здесь я прям ощутил, насколько мне дается легко игра на 600 кубках. На самом деле, если я реально буду максимально... Блин, я забыл. Да, против Тика. Тут вот тоже против 6-6-8. Я только сейчас, походу, во время записи этого видео осознал, что, походу, это не я такой мега скилл, а просто мне попадаются чуваки не прокачанные, я на 11-й лоли, и как бы это довольно сильный персонаж. И поэтому так легко даются победы, на самом деле. Но не только, конечно, персидела, можно и на 11-й лоли слить. Само собой. Блин, руки вот не помыл перед игрой записью видоса, начал играть жирными руками. Только недавно мыл чехол, сейчас он опять жирный. Пиздец, каждый день чехол мыть, надо утром его опять помыть. Такие вот у меня проблемы жизненные. Постоянно слишком лень помыть чехол. Очень сложная проблема. Я уже решил дизлайками сказать. Ну, в принципе, я не знаю вообще, есть ли смысл это снимать. Были какие-то интересные моменты. О, дарил мне, кстати... О, да, тут будет интересный момент в этом бою. Момент, там, где я опять слишком сильно завоебывался. Смотрите, смотрите, вот. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да, дарил так может. Это было сильно. Я на том моменте такой, так, нет, чувак. Ты, конечно, Лулу убил, красавчик, молодец, но... Троих ты меня... Я не дам убить троих своих персонажей твоим Дэрилом. Сорян, но Нита посильнее твоего Дэрила будет, держи. До свидания, пока, удачи. Вот. Если даже если каким-то образом я потерял бы Ниту, я все равно прямо бы его убил. Скорее всего. Я гаджет себе берег на самый крайний случай. Я стараюсь 3 гаджета не тратить слишком быстро, потому что, ну, зачем? Лучше подождать и наставить его на прима, чтобы в конце откинуть его в туман. Самый-самый крайний момент, если... чтобы не слить. Да, испытания здесь я, скорее всего, тоже буду проходить Лолой. На каком-то стенке я тоже Лолой буду проходить, попробую. Лола, Тара... Я совмещу Лолу и... Лолу, Шелли и... Это, блядь... Либо Джеки, на где-то она, по-моему, не выпала. На Русне его вроде выпала, на Полинезе нет, короче, не помню. А, блин, еще. Какой же там еще перс, кроме Шелли? Я забыл. Я помню Тару, помню Шелли. А, этот, Роза, точно, Роза. Вот, ну как и так. Против была и Брока, они вообще сразу сдохли. Где там... О, вот, против 11-й Шелли. Это был, наверное, самый... Это самый первый был бой. И, наверное, один из самых плюс-минус равных. Потому что у них 11, 10, 8. Или 9, я не видел. Ну, короче, типа, вот я увидел Шелли 11-ю сразу. Я такой, типа, Сейчас посмотрим, кто кого. Тут прям одинаково раскачанные чуваки. По кубкам одинаково. Ну, типа, опять же, вот тут максимально видно преимущество Вижена. Посмотрите на это, типа... Это же... Это просто кайф. Он не знал, что я увижу. Он все это время просто не понимал, почему я по нему попадаю. Он пытался мансить, но... Нет, мансишь, я тебя вижу, чел. Типа... Просто... Вам! И вот сейчас с момента, как я в него попал, все, я его вижу. И на, держи. Пока, до свидания. Все, все, не съебешься. До свидос. Типа, Лола, это кайф. Вот со Спайком будет посложнее. По-моему, Спайк даже меня завалит.
Я не помню. Нет, я помню. Не-не-не, я его переиграю. Переиграю. И Фэнга, по-моему, переиграю. Всех троих переиграю, но... Спайк мог, но... Опять же, скорость. Скорость и вижн. Все, пока. Просто за счет ульты. За счет такого большого урона, что он просто не смог носить его с Фэнгом. Да, с Фэнгом я немножечко... Хотя нет, он тоже нихера не сделал. Он просто как фиговенько играет. Он, видимо, уже сдался. Видел, что, типа, нихера не сделает. Он стоял и ждал. Не знаю, чего он ждал. Дизлайк кидает. А, я тут, по-моему, даже специально выйду из кустов, чтобы показать дизлайк и зайти обратно сейчас. Не помню, в этом бою это было или нет. Не-не-не, это было не в этом бою, это в другом бою было. Ну, просто изи отлетел. Я там просто в конце дизлайк показал. Мне нравится, как Спайк проигрывает. Типа, ну, что бывает. Проебал три персонажа на одного. Случается. Вот, ну это, в принципе, наверное, был самый такой плюс-минус интересный бой. Против 11 остальные 8, 9, 6. Тоже мне тогда не составило его тут разъебать, как бы. Не помню, в каком-то из боев меня... Ладно, давайте посмотрим уже все, раз уж так. Вспомним, в каком-то из боев меня прям убило Шелли. В начале, причем так легко. И дальше я прям напрягся. Не здесь. Видимо, да. Изи. Хотя вот здесь вот могла, на самом деле. Но у нее не хватило скорости реакции, видимо. Я не знаю, почему она не смогла меня убить. Или, опять же, прокачки не хватило. Была бы на 11, я бы отлетел. Ну, как бы... Эдгар просто стоял и ждал, чтобы меня увидеть. Он как бы дождется, но, типа, мне как бы насрать. Поставил ульту на случай, если, чтобы, типа, не отлететь от Эдгара как лох. И просто забрал его гаджетом, фактически. Пошел нафиг. Блин, Шелли это... Ой, этот Шелли. Лола реально класс. Я не... Я прям забыл, насколько кайфово на ней играть. Я еще помню, типа, я же начал играть с момента, когда, собственно, ввели Лолу. Я вот с этого Бравл Пасса, я скачал игру, задонатил на Бравл Пасс и начал прям играть в эту игру. Только ради Лолы фактически я скачивал игру. Потому что Секси Перс, и я хотел получить Секси Перса и поиграть, и типа... Тогда еще и донаты были меньше, донаты стоили дешевле. И, блин, Лола, это, она тогда была очень тащерская, по-моему, у нее ульта, типа ее эго было столько же хп, сколько у нее самой. И, по-моему, дамажила она точно так, ну, типа, и дамаг был такой же сильный по всей дальности. То есть, типа, реально это был дабл дамаг и дабл хп. Это пиздец кайма было. Сейчас, если вы не знаете, у Лолы, как видите, у эго чуть меньше, и почему у нее самой, по-моему, в 2 раза меньше, и дамаг не такой сильный, там, по-моему, плюс 70, ну, короче, такое, типа, не 100% дамага он прибавляет. А, кстати, можно ли это как-то прочитать? Нет, походу нужно в Вики смотреть. Да, это нужно зайти на Вики и посмотреть там историю изменений, посмотреть в цифрах. Возможно, ошибаюсь, я потом прочитаю, может быть, в описании что-то напишу. Ну, не суть. Я думаю, вы и так в курсе. Если не в курсе, я все равно напишу. Посмотрю чисто для себя, потому что, насколько я помню, было в 2 раза. Сейчас потом не уменьшили. Я не помню, насколько точно ее уменьшили. Ну, как-то так. Ну и получается, с Броками, думаю, это вообще не смысла смотреть бой 5, 6, 7. Я думаю, они отлетели супер быстро. Читер 666, вот это да, вот это ник, конечно, чел. Это тот, кто смог меня убить или нет? О, неплохо, неплохо. Хорош. Снял мне почти все хп. Хуя. Чел тут дерзкий. Да, я слишком на него выебнулся. Ну, это чисто не он меня убил, а просто я сам слился, я еще и в туман зашел. Да, да, бывает такое. А как бы все равно слить чуваку такому? Вот это будет плюс-минус, да, интересно. Да, больше, в принципе, там... Тот, там, где 5-6, там точно такого не было. В принципе, все бои, которые мог показать, показал. А дальше сыграю еще немножко на запись вживую. Это у меня СДВГ, поэтому постоянно чекаю, идет ли запись. И... Хотя могу этого не делать.
В общем, я аккуратненько поднакапливал на нем ульту, кинул медведя и все, ГГ. Как бы включил гаджет, чтобы наверняка. И все, пока. С розой будет, по-моему, еще проще, чем с этой самой. Включил. А, это она включила гаджет. Я подождал, пока он пройдет. Три тычки, медведь. Она отвлекается на медведя. Я бы тупанул, надо было гораздо раньше идти бить ее, пока на тычке пытается на медведя. Вот она перезаряжается, и я успеваю как бы покружиться, покружиться, и все, и до свидания. И тут я хотел сказать прима против прима, но нет, не прима против прима, у меня прима еще не дошел. Я на прима почти так не успеваю играть, потому что медведик этот, я успел на прима вот только слиться, когда на запись играл. Ну, прима как бы говорит до свидания. Что ж, теперь смертельный номер. Игра вживую. Посмотрели, как я эпично нагибал без лица на экране. О, Пайпер, блядь, ты серьезно? Но Дэрил будет сложно, Бия тоже будет довольно сложно. Пайпер, мне кажется, бить будет. Ага. Ага, да, нихуя себе 3000 получил фибло. Ну да. Как я предполагал, это было легко. Конечно, 3000 в юбло получил, но он-то меня не видит. Так. Теперь вопрос. Накопил ли он на ульту? Ага, сейчас копит. А мне тоже нужна ульта. Дейла желательно вынести. Может, это сука... Блядь. А-а-а. Да, я поц, надо было, когда я мог включать, я еще ульту просрал, но это мой слив, мой косяк. Дарил идеально тот самый опасный, вместо того, чтобы потратить на него все силы, чтобы точно его вынести. Все, это ГГ. Хотя нет, Мишка. Есть Мишка. Да, я говорил, что не буду пользоваться паузой здесь в видосе, но, блин. Теперь, походу, у меня не совпадают губы. Губы, губы. Не знаю, но я обнаружил такую проблему здесь. Поэтому, наверное, еще только пару каток и все. Хотя хотелось видосик подольше сделать. Ну, типа, очень нужно было, блядь, бабушке зайти ко мне в комнату и, типа, сказать, что воздушная тревога, выключи, пожалуйста, свет. Но я, блядь, без света сижу, у меня гирлянда включена. Гирлянда и, блядь, свет от монитора. И зашторены окна. Пиздец, нужно было и... Пол пятого даже не... уже начинает светать. Нужно было, блядь, зайти и испортить мне катку, блядь. Хотя я мог размотать. Я мог размотать, там, типа, все шло к тому, что я его размотаю, блядь. Ну нет. Хуй тебе свят. Я даже не смотрел на экран в тот момент, когда происходило. Просто начал бомбить на бабушку и нажал паузу. Потому что, твою мать, ну сколько можно? Постоянно из-за этого с ней срусь. Типа, нет, блядь. Световая маскировка, нахуй. Заебало. Я и так ее соблюдаю. Нет, она просит, чтобы я вообще в полной темноте сидел. Да пошло в жопу, я не собираюсь сидеть ночью в темноте. Я и так сижу, блядь, в полумраке. Типа, чтобы вы понимали, такое освещение моего ебала, это потому что я... Блядь. Меня сейчас так хорошо видно ебало, потому что я максимальную яркость на телефоне поставил, и большинство освещения идет от телефона. Ну, пизда мне. Блядь, зря ульту потратил. Хотя нет, не зря. Ебучая Шелли, блядь. Сейчас еще против ебучего Эдгара. Все три персонажа у него такие коварные, сука. Да, это было сложно. Против Эдгара на медведе тоже будет сложно против Эдгара. На самом деле у меня уже нет ни гирса. Все, я... Иди нахуй, блядь. Конечно, конечно. Пошел нахуй, дизлайк себе в жопу засунь, блядь. Хер ебаный. Да иди, блядь. Чмо. Сука, жалко, что потратил ульту, но... Побоялся, надо было гаджетом его кинуть, а потом добить.
получится совсем тупая. Дизлайк он кидает, блядь. Хуйло. Ну, давай подождем смещение зоны. Давай, блядь, я подожду. Мне, я не спешу, блядь. Хуйсос. Да, набили мне ульту, набей. Сейчас я отхилюсь, ты мне еще пару раз пизданешь. Я набью на тебе ульту. Еблан. Давай, давай, блядь. Давай, давай, еще немножко побудамашь меня, блядь. Хуй сосина. Пошел нахуй, блядь, я тоже дизлайки кидать умею. 20 минут. Бля, может быть, закончить этот видос и начать другой, потому что мне очень сильно кажется, что у меня сейчас губы будут не совпадать. И если не ошибаюсь, я пожалуй, закончу этот видос и начну снимать заново. Пока... дуэли... пока дуэли есть. Я пики менять не буду, я так и буду играть. Почему бы нет? Мне пока нравится на лоле раскипать. Так, сколько... а чё я вообще нажал сюда? А, 6 часов еще. В общем, короче, да, я сниму еще видосик минут на 10 и...